Attention all personnel. The mess hall is now closed until further notice. Ой, что за... All personnel are reminded that non-essential use of staff vehicles is forbidden. Anyone found using field-rated vehicles for private purposes will be subject to formal discipline. Attention, attention! The weapons drill has been postponed until 800 hours. Repeat. The weapons drill has been postponed. All personnel, the ordnance inventory is now complete. Здесь какая-то странная активность. Сукин! Сработало. Где этот парень? Это должен быть... Вы получили приказ. Подозрительная активность. Внимание. Вот дерьмо. Мы потеряли электричество. Запустите резервный генератор. Пошевеливайтесь. Получай, Гриша. Молодец. Так, моя машина припаркована сразу у ворот. В стороне от дома стоит. Но при лишней дела ты далеко не увидишь. Почему ты мне не сказал? Снаружи есть спутниковая тарелка. Она подключена к частному спутнику-шпиону. Убери ее с помощью взрывчатки. Я думал, твоя машина чиста. Это так. Но если они будут вести нам тебя со спутника визуально... Да, знаем, что ты там. Проверь-ка, не забыла ли ты еще что-нибудь? Господи! Господи боже! Кто бы это ни сделал, он заплатит, обещаю. Когда я его найду, он труп. Давай, бери меня. Я здесь. Не заставляй меня ждать тебя. Никакой активности. Переходим в следующий квадрат. Я тебя достану, ублюдок. Слышишь меня? Тебе не спрятаться. Мы обыщем все уголки до единого. Куда он подевался?
Вставай, покажи себя. Чего? Продолжать движение. Он рядом, взять его. Прячешься, как девчонка. Я все равно знаю, что ты там. Ты меня здорово разозлил. Этот аэродром не настолько велик, чтобы ты от меня спрятался. Подойди ближе, я его вижу. Слушай, парень, я знаю, что ты здесь. Полегче. Ты не можешь прятаться вечно. Мы тут все вверх дном перевернем, если понадобится. Осторожно. Ты не должен... Я знаю, что ты здесь. Не заставляй меня прочесывать весь аэродром. Выходи. О, черт! Я найду того, кто это сделал. Обещаю. Выходи, я обыщу весь этот аэродром, если понадобится. Грим, я разобрался с тарелкой. Пора тебя вытаскивать. Моя машина за воротами. Машина преследования в периметре. Это не случайно. Поджарь их систему безопасности, и они никуда не уедут. Молодец. Хорошо, что я не бил тебя сильнее. Attention, attention, all personnel. There is an escaped prisoner inside the compound. He is to be considered armed and dangerous. Report to your security positions immediately. You were clear to use deadly force. Давай, девочка, покажи. The prisoner is still at large. Repeat, the prisoner is still at large. Урод, тебе конец. Warning! The prisoner has had extensive combat training. He is armed and extremely dangerous. Есть, вижу. Это не самый крутой. Сейчас. Придется отложить обещанный тебе звонок. Перестань со мной играть и не звони мне больше, если я не могу поговорить со своей дочерью. Thank you.
работает, урод. Мы останемся... Охрана Паладин 9, говорит Виктор Косте. Вик, это Сэм. Я в городе, и мне не помешала бы помощь. Если ты просишь о помощи, нам нужно сделать это лицом к лицу. И какого черта там у тебя происходит? Я подумал, что ты узнаешь этот звук. Он ничего тебе не напоминает? Да, Ирак. Эй, Сэм, как там твоя дочурка? С ней все хорошо. Я получил от нее рисунок по почте. Кажется, рисовать ей помогала ее мама. Класс. Мои дети не присылают мне рисунки, даже не пишут ничего. Не пишут, потому что ты не умеешь читать, дружище. Смейся, смейся. Но когда я выберусь отсюда, то пойдешь в детский сад? Знаешь, я слышал, сейчас в детском саду есть вступительный экзамен, сэр. Не знаю, сможет ли Вика. Ложись. Все вниз. Берегись. Не двигаться. Сэм доверял мне, ведь мы с ним столько всего пережили вместе в заливе. Вот почему он позвонил мне после того, как третий эшелон выкинул с ним этот маленький номер. Он нуждался в прикрытии. Я был его единственным другом. Лайка, говорит база Вуфорд. По данным нашего БЛА... У вас потери. Два человека. Командир отряда пропал. Предположительно погиб. Найдите укрытие и держитесь. Мы вас заберем. Я приказываю вам ждать эвакуации. Вы меня поняли?